Здравствуй, юг Кузбасса! Здравствуйте, славные междуреченцы! Примите славный, пламенный привет от столицы нашего угольного края, города Кемерово. Сегодня вас будет радовать своим творчеством лауреат международных конкурсов и фестивалей в России, Казахстане и Украине, народный самодеятельный коллектив «Хор советской песни» культурного центра города Кемерово. Создатель и художественный руководитель хора, заслуженный работник культуры России, профессор Анатолий Маханько, хормейстер Алена Приева. Сопровождает хор муниципальный оркестр русских народных инструментов вашего Дворца культуры шахты имени Ленина, художественный руководитель оркестра Дмитрий Булах. Итак, друзья, мы начинаем наш концерт. Джузеппе Верди, «Ты прекрасна, о Родина наша», хор из оперы «Набукко», дирижирует Анатолий Маханько. Thank you.
Thank you.
Thank you.
из телефильма «Анискин и Фантомас». Владимир Шаинский. «Травы, травы» из телефильма «Анискин и Фантомас».
солистка Алена Клеева. Дирижирует Анатолий Маханько.
скончалась, положив не огней. Сколько я прожил на разных дорогах, добрых друзей и недобрых людей. Все в этом ясном мире непросто, вот уже мне злило весло. Вспомнил я вдруг обжигающе остро, не остуди свое сердце сеном. Тихо река мне тогда повторила, чистое поле вдали повторила, веткой березы качну повторила, не остуди свое сердце сеном. Пусть говорят.
нежность. Юрий Чичков, свирель дорожок. Музыка была, годы юные,
Невеста раскрыла, как невеста раскрыла.
старинный вальс «Осенний сон». Дирижирует Дмитрий Булахов. Ты не знаешь, что я люблю.
Подпевает Борис Лисичкин. Дирижирует Анатолий Макаренко. Oh!
подходит к концу. И в заключении нашего концерта прозвучит произведение Георгия Мовсесяна «Мы – армия народа» из кинофильма «Несокрушимая и легендарная». Солист – полковник в отставке Александр Кулемин. Хотели давно сюда приехать и с этим замечательным оркестром выступить. И вот мы все-таки как-то связали. Спасибо. Спасибо огромное. Если управление культуры ваше когда-нибудь нас пригласит с новой программой, конечно, у нас очень много песен. Вот, и мы всегда к вам приедем. Спасибо.
от всех междуреченцев. Огромное спасибо. Вот я сидела здесь, и мне казалось, что я сижу в большом зале, в Кремлевском дворце съездов. Я когда-то в советские времена очень часто останавливалась специально в Москве, чтобы сходить в театр, послушать какие-то песни. И вот я сидела и слушала, думаю, я сижу в дворце съездов. Огромное вам спасибо. Такие красивые песни, такие душевные. Они просто в душу.